Здравствуйте! Всем привет, всем здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Barrett Bro. Видосик по игре Life is Feodal Your Own. Это ММОшка в стиле средних веков, для тех, кто не в курсе. Игра онлайн, можно играть и в одиночном режиме, но обычно все играют на серверах где-то. Короче, друзья, я решил сделать серию летсплеев по игре Life is Feodal MMO, поэтому у меня будет к вам такая вот просьба, что ли. Напишите в комментариях, нравится ли вам вообще Life is Feodal, либо подобные игры, да? Посмотрите, какой суровый взгляд у мужика-то. Прям как у меня. Он так и смотрит к тебе в душу и спрашивает, а поставил ли ты лайк? А подписался ли ты, братан или сестренка, на канал? Или как? А написал ли ты комментарий? Напиши об этом в комментариях. Подписался ли ты на канал и поставил ли ты лайк? И нравится ли тебе Life is Feodal? Я в первой серии оговорился, малёха. Это уже вторая серия. Я в первой серии оговорился, сказал Conan Exile в начале. Life is Feodal, не Conan Exile. Я просто сейчас и Conan Exile тоже записываю и стримлю. Короче, друзья, в первой серии я принял решение где-то тут поселиться. И где-то тут, я думаю, воткнуть клайм. Тут место вот хорошее, 84 по высоте. В этой игре присутствует терраформинг, если что, можно поднимать и понижать высоту. 84, вот так вот. Я бы хотел сделать не 84. Кстати, я, наверное, буду этот вот тут ставить, чтобы под вебкой было. А вот эту хрень под вебку можно загнать. Давайте сделаем вот такой вот молоток примитивный. Он позволит нам тут бить, стучать, забивать брусчатку. Вот так. Покормим рыбкой персонажа, который мы поймали и приготовили в прошлом видосе. И начнем строить каменную дорогу. Вот так. Оп, каменная дорога у нас есть. Давайте возьмем использовать лопату, выровнять. Буду выравнивать под 8,5. Сюда я планирую воткнуть монумент. Так, солнце там. Блин, я не знаю, это рассвет или закат. По-моему, это закат уже. Это запад, скорее всего. Так, создать. Не создать монумент. Потому что для начала надо гильдию, конечно, создать в этой игре, чтобы потом поставить монумент. Так, давай посмотрим, как там видосик нормально идет. Сюда запись идет. Все отлично, меня видно. Где-то тут сейчас мы лачугу еще себе поставим. Я хочу, чтобы у меня тут лачуга была. Давай забьем. Вот так. Забьем вот так. Забьем вот так. И вот так. Освободим сейчас инвентарь. Тут-то, скорее всего, возьму и понизить сделаю, да? Восемьдесят, не, восемь.
и 4. А тут подкидывать будем по тридцатке. Хорошего качества плодородка. Мне нравится это место. Ну, короче, где побольше будем забирать и кидать сюда, где поменьше. Для того, чтобы выравнивать. Это будет более разумно. Чем брать какую-то самую высокую точку и потом от нее отталкиваться. Это вообще будет неправильно, потому что это будет много работы. А я не люблю много тут копать в этой игре. Хотя этот сервер приятный, быстро все копается. Не приходится долго это делать. Единственное, я не знаю, какой это сервак, PvP или PvE. Честно. Если PvP, надеюсь, без читеров. Потому что в этой игре проблема с читерами. Тут в PvP очень много читеров, к сожалению. Это неприятно, но оно так и есть. Итак, надо назвать себе гильдию как-то. Я буду, наверное, называть не гильдию, а создавать поселение, да? Создать гильдию будет называться, наверное, Медвежий Грот. Ну что, прикольное название для поселения. Медвежий Грот. Вот так вот. Медвежий Грот. Ну да, примерно так и будет. Создать гильдию. Чё? Что тебе не нравится? Что не так? А что не создает? А, тут же надо эту метку поставить. МГ будет. Медвежий Грот. Слушай, что ему не нравится? А, все. Создалась. Все, все, все. Отпустите, гады. Вот такие вот делишки. Музыка как-то громкомато играет. Надо ее потише, наверное, сделать. Вот так. Геральдика. Геральдика будет у нас... Тип геральдики будет такой. Что касается символов. Медведь можно. Либо такой медведь поставил. Можно сделать так, его такого среднего медведя. Либо большого, но по центру. Так, а тип заливки? Первый тип, в принципе, может быть, не знаю, черным. Второй тип заливки вот такой. Красиво будет. А по центру медведя? Нормально. Так, применилось, да, применилось. Медвежий Грот, где? Интересно. Строить монумент. Костей, конечно, нужно будет сейчас добыть, что будет непросто, но я добуду, я думаю. Вот так. Вернем его. Или вот так вот.
О, Бог не позволяет вам владеть этими землями. Это проблема. Там аванпост стоит, и из-за аванпоста я не могу захватить эту территорию. Блин, это хреново. Там еще один аванпост. Слишком много аванпостов. Прям слишком много. Но место хорошее. Такое ущелье, блин, почти ровное. Не пришлось бы много выравнивать. Блин, и отсюда недалеко тоже есть аванпост, если честно. Вот в этом месте на 9.0 можно, в принципе, равнять. Тут тоже место неплохое. Интересно, можно ли ее захватывать, территорию? Так, строить монумент. Он тут смотрит на меня. Или вот так оставить, я не знаю. А ну. Можно ли сюда втыкать-то или нет? Не. Блин. Сервак забитый. И забитый сервак аванпостами. Черт бы его побрал. Искать место, блядь, под этот монумент себе. Это, конечно, жестко будет сейчас. Вот тут есть хорошее место, но я вижу, тут тоже что-то стоит. Скорее всего, это аванпост. Я тут каждый воткнул аванпост, куда вздумал. Эти аванпосты, как четвертые тиры Клайма, занимают территорию. Очень много территории они захватывают. Это проблема. Реально проблема. Пойти, что ли, к этому болоту? Бать, тут территория захвачена, конечно. Тут огромный Т4 Клайм стоит. Или вот тут приземлиться. Тут вроде тоже ровно. Это проблема. Серьезно. Это реально проблема. Никуда мне. Ладно, буду сейчас думать. Опа, смотрите, друзья, кого я нашел.
мистер Кабаниус. Давай-ка мы сделаем вот так. Объединим это все и обратно на слот. Да, блядь. Одевай удочку, падла. Сейчас Кабаниус убежит. Это мистер Кабаниус. Это наши кости для монумента. Не все, конечно, но частично. Но его для начала убить нужно. В деревья. Блин, а где он там? Его жопа только видна. Вообще ничего не видно. Есть. Сдох. Так, а как там это вот лицо? А, С. Где я там его убил? Слишком много растительности. Мне нужны это. Нужен ножик. А есть у меня ресурсы на нож? По сути, есть, только веточка нужна. Сейчас посмотрим. Хватит ли мне? Да. Прачников 50 вкачал. Нормально. Кстати, рыбка-то нормально дает. Смотрите, 1,3 уже. И эта рыбка не то чтобы большая, да, 46-я всего лишь. Освеживать. А, одеть надо этот нож. Не просто в инвентаре его иметь, а именно одеть нужно. Тут по-любому еще и свинки есть. Бля, костей всего 14. Так, мясо я выкинул, но мне не надо. Костей нужно сотку, если что. Вот видите, тут клайм чувака, и вот под клайм дорога идет. Я решил проверить, что тут за дорога. Крепость вот тут такая. О, торговка есть. Надо установить мод на торговку, чтобы можно было торговать, скорее всего. Ну да, надо установить мод на торговку, чтобы торговать. Ля, ты кто тут такой? Интересный. Лосин запряженный. Можно было бы лося зарубить в омбре. Там, кстати, еще клайм большой. Лося можно было бы зарубить. И с него выдернуть кости. А я все в поисках места под клайм. Там вон крепость видна, которая наверху. А вот тут внизу.
Попутно я ищу следы неагрессивных животных. Тут рядом, по идее, свинки должны быть. Но их нету. А это что такое? Там лошадь запряженная. Это запряженная, там тяжелая лошадь, не запряженная, а тяжелая лошадь. Боевая. Кто-то вылетел, наверное. Интересная находка. Ее вес 120 килограмм. Если я ее беру в инвентарь, я уже ни хрена не сделаю. Никуда не убегу. Сесть, естественно, я не могу, потому что нужен лансер в 60. А вот скрыть могу. Могу еще и убить, конечно. И освежевать. Ну а что, кости мне нужны. А эта лошадь мне нахрен не нужна. Так, урон. 13 голову. Ну, что поделать, блин? Жертву надо приносить. Да я проверю так, игроки. Не, пока что я сам на сервере. Значит, кто-то либо вылетел, либо я не знаю, что с ним случилось. Либо он ее тут бросил за ненадобностью. Я бы взял, конечно, коня этого, блин, но мне нужны кости. Семь урона в голову, сука. Я его не зарежу так. Изучить объект. Смешно. 420 хп. Качество 73. Блин. Ладно, скрыть его. Я его всегда успею убить. Но придется скинуть эту камешек, чтобы я там как-то хоть двигаться начал нормально. Блин, продать бы его. Надо установить мод на трейдпост. Возможно, его можно продать и купить костей. И не, это, не забивать себе голову. Охренеть тут, блядь. Замок огроменный. Тут место тоже неплохое, смотрите. Но со всех сторон поджимают клаймани, блядь, так что. Хрен его знает. Селиться между ними плохая идея. Ладно, пошел я искать себе место. Знаете что, друзья? Вон там волк. Вон там. Я думаю, нам нужен факел. Потому что без факела, бля. Есть шанс, что меня просто загрызет какой-то волк. Кстати, этого пиздюка я уже выпустить не могу. Его только продавать. Где волчара? Хочу проверить, работает ли факел тут на волков или нет.
Смотрите. Да, работает. Бьешь факелами, работает. Только нужно настроить немножко управление, чтобы укол был на колесик мыши. Вот так вот. Волка, кстати, тоже можно бы запинать. А где моя эта проща? Попробуйте прощу найди вы. Надо себе SF-мод установить и торговый пост. Наверное, такая морда, бля, у него. Сука. Хватит меня грызть. За ХП главное следить, блядь, когда с волком так дерешься. Потому что он в любой момент может загрызть. Минус пол хп, между прочим. Это хп будет долго восстанавливаться. Камни нужны. Продать бы эту лошадь, конечно, было бы нормально. Чтобы не бегать с ней в кармане. А если ее нельзя здесь продавать, что мне с ней делать? Надо было запинать ее и на кости пустить. Ох, ладно. Искать будем место, а пока я ищу место под хибарку себе. Будем охотиться. И убивать животных. Тут-то или тут-то проверить. Кстати, вот это далеко от всяких клаймов. И вроде малюсеньких клаймов нету тоже. Возможно, здесь можно поселиться. Тут клайм, скорее всего. Тут аванпост с высокой вероятностью. Вот тут аванпост, это уж точно. Это место можно было бы проверить. Но тут между клаймами я селиться не буду. Да, хотел, конечно, я построить уже хибарку, хотел все сделать, но, друзья, увы и ах, да, еще полчасика прошло, так что увидимся в следующей серии. Не забывайте поставить лайкосик, пишите в комментариях, нравятся ли вам феодалы, пишите в комментариях, какие видосики вы хотите по полчаса, либо по часу. Хотя я могу, конечно, попробовать сделать видосик на час, так для теста, но... Не будет ли час слишком долго? Все, пишите комментарии. Всем удачи, добра, всем пока. На канал не забывайте подписываться.